Челябинка пожаловалась на рабочих, которые срезают лед для новогодних городков на Первом озере. При этом ограждение не везде есть, а значит, кто-то может нечаянно провалиться. По словам очевидцев, на месте работают две бригады. Одна из них огородила территорию колышками, а вторая нет. Начальник управления культуры пояснила, что всю подготовительную работу контролирует сам подрядчик, а чиновники лишь принимают готовый результат.